Мы находимся в селе Большое Афанасово. Камера не передает запахи, и это хорошо, потому что пахнет здесь сегодня отвратительно. Особенно от неприятного запаха страдают дети. Сегодня плохо стало всем афанасовским школьникам. У Камилы было головокружение, у Андрея болел живот. Сегодня, когда я шла в школу, был запах такой от выброса. И потом, когда я пришла в школу, у меня начала кружиться немножко голова и болеть живот. Сегодня мы ходили гулять, и нам стало плохо. Мне там очень запах плохой был. Прям невозможно дышать было. Школьники говорят, такое у них в Афанасово бывает часто. У нас довольно-таки часто появляется вот такой вот запах неприятный. Вот постоянно у нас могут быть выбросы. Особенно вот наблюдается запах с утра. Боюсь детей выпускать на улицу, потому что потом они начинают жаловаться на боли в животе, на головокружение, начинают бегать в туалет. Вот мы живем как будто на какой-то другой планете. Нам вот даже сами отчаиваются. Вот сама я отчаиваюсь. У меня дочери 5 лет. Она тоже часто жалуется. Кашель появляется, на боли в животе. Это вот, знаете, иногда утром вот встаешь, форточку открыть невозможно. Все, что говорят жители, правда. Подтверждают в Роспотребнадзоре. Полтора месяца назад в Афанасово было зафиксировано массовое загрязнение атмосферного воздуха. Материалы в отношении руководства одного из предприятий направлены в суд. Но ситуация не меняется. Афанасово продолжают травить. Утром, когда дети в школу идут, в это время выпускают, и очень-очень это плохо. Далеко идти детям, дышать. Я уж иногда маски одеваю им. Конечно, тяжело, дышать тяжело. Это же у меня тоже сердце болит, давление, больно плохо. Бывает вообще страшно, сразу першит, голова начинает болеть. Я вот просыпаюсь очень рано, и вот это бывает. Особенно в морозное утро. Вот. И часто. Сегодня на место выехали экологи и взяли пробы. Результаты обрабатываются, о них мы расскажем завтра. Тем временем педагоги местной школы намерены обращаться к властям, чтобы те помогли решить проблему с выбросами. Анастасия Волнякова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.